Народ, я не разделяюсь с украинцами. Моя страна в грозной опасности исчезновения. Поставлена задача истребления славянских народов. Я не согласен с этим. И поэтому я выражаю то, что мне Бог дал перед людьми. Выход есть Богу. Бог сильно разрушит все чудовищные планы зверей. И Гитлер, остановите их всех. Это он делает. Скажите, а вы кроме благотворительности, вы где-то выступаете? Да, где-то... у меня много выступлений. Найдете на сайте, когда зайдете. Вот нет, здесь. А вот вы сейчас, когда в поездке... А сейчас, когда библиотекари собирают где-то, бывают церкви, вот сейчас мы были на Украине, где знакомые есть. А так приезжаем в библиотеку, библиотекари соберутся. И у нас очень жесткий план, мы должны его здесь пройти. А раньше было, мы заходили 56 сел, в каждый двор, от администрации разрешения, клуб или на стадионе и перед ними. Кроме того, я много лет вел 3 радиопрограммы регулярно. Выступал здесь, в Америке. Это Бог дает. Но самому это не сделать. Это Бог дает помощников таких. Вот. Без них шагу не шагнешь. Там шофер сидит, нас собака охраняет. Мы тоже ночуем где-то в лесополосах, чтобы хоть перед смертью проснуться, помолиться. Но Бог милует нас. Слава Богу. До свидания. До свидания.